Всем привет подписчикам канала Охотник.нет. Сегодня хочу рассказать про наше новое поступление. Это новые классные бюджетные дальномеры. Мини-дальномеры, очень компактные, маленькие, классные. Вот в таком черно-белом корпусе, сейчас я вам покажу. Вот. Как мы видим, совсем компактный. Этот дальномер весит всего 180 грамм. Позволяет совершать измерения до 600 метров включительно. Ну, погрешность измерений, как и у всех дальномеров, там плюс-минус полметра. Скорость измерения от 0,1 до 0,3 секунд, то есть достаточно быстро он мерит. Шестикратное увеличение у него и 24 миллиметра у него, значит, окуляр. Вот. Луч у него работает в диапазоне 905. Дальномеры чем эти хороши? Они, во-первых, влагозащищенные. Здесь у нас противоскользящая резина. Есть крепление для штатива. Здесь у нас настраивается фокус. Под фокусом у нас есть вот такая крышечка, куда вставляется элемент питания. Элемент питания, который входит в комплект, он аккумуляторный. Это очень удобно, потому что зарядное устройство для такого дальномера также можно отдельно у нас приобрести, и стоит оно просто мега дешево. У этого дальномера есть режим сканирования. Он позволяет вам, введя по, соответственно, какой-то области применения, где вы применяете дальномер, непрерывно получать информацию, сколько до этой области расстояния. То есть даже если летит какая-то крупная птица, и вы в состоянии на нее навести, вы будете постоянно отслеживать ее траекторию движения и расстояние. Также при нажатии двух кнопок одновременно очень быстро можно переключить этот дальномер с метров на ярды, или наоборот, с ярдов на метры. Дальномеры эти очень качественные, легкие, 180 грамм, повторюсь. Ну и, собственно, цена вас приятно удивит. Вот. Можете заказывать наши классные дальномеры в Охотник.нет.